В деревне Дмитриевский Боровок Александра Невского района двое местных жителей подозреваются в покушении на убийство. Инцидент произошел ночью 23 августа этого года. К мужчине пришли двое знакомых. Встреча не обошлась без распития спиртных напитков. Порядком перебрав, один из посетителей высказал хозяину дома свое недовольство. Он напомнил, что уже отбывал наказание за причинение ранее хозяину дома телесных повреждений. В результате возникшего конфликта подозреваемые избили хозяина дома, в том числе нанося ему удары металлической сковородой по голове и ножом в грудь. Мужчину спасло лишь то, что он притворился мертвым. С целью сокрытия следов преступления подозреваемые подожгли дом потерпевшего и скрылись. Несмотря на полученные тяжкие телесные повреждения, потерпевший смог самостоятельно выбраться из горящего дома и обратиться за помощью к соседям. Лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи он остался жив. По ходатайству следователя судом в отношении одного из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении другого вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сборы закрепления доказательной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».